Урок начался, бегите все в класс. Сегодня у нас будет урок русского языка. Я подготовила вам 5 карточек с вопросами. Вы должны будете на них ответить. На первый вопрос ответит Чебурашка. Как найти в слове корень? Чтобы найти корень... Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам расскажу грамматическую сказку про род имен существительных. Бедная я! Существительные, что с тобой? Все ужасно, даже род мой, старинный род, путают многие ребята. В некотором царстве... В речевом государстве жили-были части речи разные. Существительное, прилагательное, глагол. Сорнамулан, сурьюданан, талталамерсин. Ага, грохова Юлиана. Он хеттис оскола, юз кулагын уэринетчите. О царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Что обещала сделать первая сестрица? Весь крещеный мир приготовила ей пир. Что пообещала сделать вторая сестра? На весь бы мир одна наткала я полотна. Что пообещала сделать третья сестра, если б стала царицей? Я от батюшки царя родила богатыря.